Итак, всем привет, сегодня очередная у меня тренировка. Вчера, к сожалению, тренировка не состоялась по причине того, что зал был просто-напросто закрыт. Хотя он работает 11, я пришел в 9, но уже было закрыто. Сегодня подошел, узнал, в чем дело, сказали, что надо было просто пораньше уйти. Я и подумал, что пораньше, примерно как раз таки на 2 часа. Хорошо, сегодня я все-таки попал в зал и нескончаемо этому рад. Сегодня работа будет, когда у меня слепон снова, я нашел комплекс упражнений. И буду его сегодня отрабатывать. Упражнения довольно-таки интересные. Нашел его на английском ютубе. Буду применять. Но перед началом это, конечно, будет тогда разминка. 3 раунда раскаталки по 3 минуты. И 3 раунда бой с тенью также по 3 минуты. Но бой с тенью будет тоже непростой. Я буду отрабатывать его вместе с медболом. Нашел несколько интересных упражнений. Так что сегодня надо будет их попробовать. Хорошо, тогда начиная с разминки. Поехали. Says a few words to the general public. Wait, man, I don't know what to say. And I'm like, what more can I say? What more can I say? С разминкой закончил, я перехожу теперь, как обычно, к скакалке. Все те же 3 раунда по 3 минуты. Единственное, что заметил за предыдущую неделю, что все-таки отдыхаться на скакалке стал меньше и могу прыгать немного быстрее уже. И меня это, конечно, начинает радовать. Хорошо тогда, 3 раунда по 3 минуты, поехали. Started in the breezes, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, reppin' for my team. Rippin' off the industry, I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we droppin' the class. Так, со скаталкой закончил. Так как у меня был вчера незапланированный выходной и еще воскресенье был выходной, довольно-таки организм отдохнул неплохо, и скаталка прям далась, ну, прям легко. Хорошо, перехожу теперь к бою с тенью. Как я сказал, что это будет не самый простой бой с тенью. Посмотрел на них преображения, как можно разобрать этот самый бой с тенью. И один из них будет с медболом. В общем, не знал, какой точно взять себе вес. Думал между 3, 5 и 7 килограммами, но подумал, что 3 будет как-то совсем легко, а 7 получилось довольно-таки тяжело. Выбрал пятерочку, серединка. В общем, суть упражнения будет такая, что одна рука все время прижата, как блок, и работаем только передней рукой. Буду работать 3 минуты, 2 минуты с мячом и минуты без мяча. Mr. Mugu with no glasses, useless. Anybody thinking that they beating us is crazy. You're Steven looking through a pair of binoculars. What more can I? What more can I? What more can I say? What more can I? What more can I? What more can I? Закончил. Скажу сразу, что было первые 2 раунда реально тяжело, потому что это новое для меня упражнение. Где-то после 40-50 секунды это было что-то очень тяжелое. Я останавливался несколько раз, потому что бицепс прямо забивался на максимум, горел и, в принципе, не давал мне особо сильно работать. Да, мне, как и все остальные упражнения, понравились. Буду тоже делать иногда по стене в таком виде. Ну и третий, конечно, заключительный был с резиночкой, с ним было уже попроще и работать поприятнее. В принципе, сейчас уже начинаю работать с мячом. Упражнения, которые я нашел, такие я, в принципе, еще никогда не видел. Буду сейчас отрабатывать, но и буду, конечно, надеяться, что у меня будет получаться. Итак, перехожу тогда к первому упражнению. Выполнять я буду 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. Выбрал все-таки 3 килограмма вместо 5, потому что я попробовал сейчас сделать с тройкой и с пятеркой. Но пятерка делается как минимум коряво, а с тройкой хотя бы можно будет держать более высокий темп.
Хорошо, тогда сейчас покажу, как это будет выглядеть. If you're feeling it, mic in my hand, but damn, but one cannot. Royalty, so I'm gonna ring forever. Bring your umbrella. I'm smoking these rappers like tobacco stuffed in a cigarette. You can't be the man. Understand? Fly like Peter Pan. Baby, you're my star. Hope you get the picture on Instagram. So, yeah, what more can I say? You listening to a monster? No. Итак, для следующего упражнения я беру уже 5-килограммовый мяч, попробовал с трешкой, было довольно-таки легко. Попробую сейчас с пятерочкой. Делаю точно так же, 30 секунд отдыхаю, 30 секунд работаю. И также делаю 3 подхода. Фух, неплохо нагрузился уже, перехожу тогда к третьему упражнению. Делать его буду точно так же, 30 секунд работы, 30 секунд отдыха. И потом работаю на одну сторону и также на другую. Так, перехожу к четвертому упражнению, буду делать все точно то же самое, 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. Упражнения довольно-таки энергозатратные, надо много держать свой баланс, держать координацию. Хорошо, последнее упражнение на сегодня будет точно так же, 3 подхода, 30 секунд работы, 30 секунд отдыхаю. Упражнений остался, в принципе, этим комплексом доволен. Какие-то упражнения получались лучше, какие-то хуже, но так как я их сделал все, в принципе, первый раз, считаю, что не так все плохо получилось. Хорошо, тогда перехожу сейчас к прессу, к растяжке, делаю 3 упражнения на пресс, по 25 повторений, 3 подхода, и потом 5-10 минут потянуться, и на этом, в принципе, буду заканчивать. The color your money, then put that broccoli in my plate. I've been working really hard and giving y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success, don't waste my time, I can't be late. Now, hip hop swats, nigga, terminating haters. Started in the bleachers, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, reppin' for my team. Rippin' off the industry, I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we droppin' a classic. Niggas can't see me like Mr. Magoo with no glasses. Useless, anybody thinking that they beatin' us is crazy as Steven looking through. A pair of binoculars. What more can I say?